Любой производитель рано или поздно сталкивается с ситуацией необходимости внедрения непрерывного процесса улучшения качества и эксплуатационных характеристик своих изделий. Данный процесс получается эффективным только если быть верным бизнес-правилам, слушать и слышать своего заказчика. Как раз на основе пожеланий пользователей пеногасителей мы создали свое легендарное устройство Boya Light Up. Но мы не останавливаемся на достигнутом. И в начале 2021 года мы, опять же, услышав наших заказчиков, создали более доступную версию крана iTap, iTap серии X. Ну, как я говорил ранее, процесс улучшения изделий должен быть непрерывным. И мы нашли дополнительную возможность улучшить наши пеногасители серии X. Суть улучшения в повышении эффективности регулирования скорости напитка винтом дросселя. Мы услышали наших заказчиков, изменили конструкцию винта и сделали наш кран еще более эффективным в работе. При этом мы не только комплектуем винтами улучшенной конструкции новое устройство iTap X и iTap 2X, но и готовы абсолютно бесплатно заменить их на ваших устройствах, которые находятся в работе. Если вы эксплуатируете устройство iTap X и iTap 2X, обратитесь к менеджерам Boil Shop либо на наш сайт, и мы согласуем процесс замены винта дросселя. Мы будем очень рады, что ваши устройства Boil станут еще более эффективными. Хороших продаж и вкусного пива!